Вы знаете, я просто, ну, знаете, присказку, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Может быть, вы нам... А мы сейчас принесем. Да, знаете, вот наш театр, немножко скажу о нашем театре. Все-таки в нашем театре сейчас очень большое изменение произошло. Сергей Семенович Собянин любит детей, и он дал нам возможность реконструкцию. Прошу прощения, а Лужков не любил детей? Он любил, но денег не давал. Денег не давал на реконструкцию. А здесь мы произвели ремонт. Вы знаете, это надо зайти. У нас теперь из французских, только в Нотр-Дам де Пари, у нас театры. Хрустальные витражи из хрусталя, паянный хрусталь. У нас пол, не просто пол, а из мрамора из Турции, где лазером вырезаны шикарные кошки. То есть такой музей. И у нас кошачий, главное, да. Мы построили хрустальный замок для кошек. Вы можете прийти, и у нас открылся музей кошек. Угу. Где музеев, 15 музеев по миру есть кошек. Ага. Но мы единственные в мире, где кроме картин, сувениров, всяких там скульптур, еще живые кошки ходят. Угу. Которые ходят, можно посмотреть. И они, вот они красавцы, вот кот редиска. И они, представляете, они могут на сцену выходят и показывают свое мастерство вот редиска. Смотри, идите, погладьте его, а? Ага, погладьте давайте, его. Да. Какой он, видите, вот ласковый. Все, ласковый. Красавец. Умница, редиска, молодец, сиди. Он у нас наездник, джигит-наездник, выступает. Смотрите, как раз... Видите, как цепкий. А, ты молодец. Боится уж. Но не боится, видите, крепко умеет. Используем природные способности. Давай стойку. Не надо заставлять. Вот он привык стоять и сидеть. Прекрасно это делает. У него великолепно это получается. Посмотрите, кошка сама вот ласкается. Видите, вот сама ведь. А попробуйте, вот подойдите. Если животное пугливое, вы понимаете, оно будет, ну иди туда, давай туда, иди теперь на стойку. Вот. У нас физзарядкой занимаются все кошки. Знаете, лазят по стойкам, все обязательно это все. И вот они. Он очень цепкий, да. Вот, молодец. Стой крепко, крепко. Вот. Отпустите руку, руку отпустите. Точно? Отпустите руку. Нет, отпустили, отпустили вот так. Наклонились, наклонились. Видите, какой у нас? О, сидит крепко. Так что не надо заставлять животное. Вот ему нравится сидеть, пусть сидит. Вы понимаете, все на этом построено. Не надо что-то придумывать. И вот вся выдумка на том, что если нравится сидеть, видите, сидит. На этом можно поставить. Они у нас на самолете катаются, летают. Они у нас и на воздушном шарике летают по театру. Понимаете, видите, какой ласковый. Где, кто может сказать, что с животными издеваются? Видите, про как? Вас говорили. Ну, я поговорить. Же помню, 5 лет назад. Язык как мясо, был а вот хотели отобрать театр. Хотели, вот нападали. А какое единственное, что нужно дискредитировать автора. Понимаете, мастера. Ну, как вот. И поэтому слова придумывали разные. Мы же знаем, как это происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».